Ай КТВ, с вами Павел и мой лучший друг Мистер Кис. Ребята, мы продолжаем играть в игру Кодекс Пиратов. Итак, Мистер Кис, сегодня у нас будет три боя. Да, хочу три раза. Вперед, Мистер Кис. Сейчас я открою все сундуки, Павел, подожди. Мы получаем награды, получаем, открываем сундуки, которые не, до этого мы не открывали. Да, 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 сейчас будем прокачивать, подожди секундочку, так, тут что-то получили. У нас... А, понятно. Давай посмотрим, что мы можем прокачать еще. А вот еще бесплатный сундук. А, давай откроем вот этот бесплатный сундук. Да, да, да. Монетки нужны, монетки. Не хватает нам. Так, что? 3000 арбалет. Следующий апгрейд. Нет, у нас таких монет нету, к сожалению. А, давай прокачаем наш чистик. Давай! А другие корабли мы прокачивать не будем. Не вижу в этом смысла. Я с тобой согласен, Павел. Мне Итак, тоже чистик бой. Нравится. Гува! Вперед, Мистер Кис. Противники, наверное, будут слева. Осторожно, осторожно. Ты хотел повернуть, но надо смотреть же. Аккуратно, Мистер Кис. Ну да. Вот у тебя уже повреждения есть. Согласен. Развернись. Секундочку, сейчас появятся корабли. Атака! Ага. Отлично. Молодец. Атаковали. Ну, поздно ты включил щит. Ну, надо же. Мы и так за Азберегом. Осторожно, осторожно, торпеды. Надо было развернуться. Одна торпеда у нас попала. Да, попала, надо было... Так это сделать, манёр. Не вовремя ты вышел, не вовремя. Атака арбалетом. Сейчас. Атака пушками. Развернись, развернись, Мистер Кис, развернись. Отлично. Да что отлично? Арбалеты. Защита, молодец. Добьем вот этот корабль. Отлично. Отлично, Мистер Кис, молодец. Один корабль потопили. Мало. Так, арбалет вперед. Надо развернуться. Так, аккуратно, аккуратно. Отлично, отлично. Да. Очень хорошо. Ради как отлично. Но что-то не арбалеты. Очень, мне кажется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Потеряли цель. Нас кто-то хиляет. Кто-кто, наш? Вау. Ой, нас тут таран взяли, Павел. Я... Нас срезался вражеский близнец. Да это близнец, думаешь? Так, мы погибли. Погибли от ран. В неравном бою. Очень плохо. Противник захватил центр, круг. Жалко. Уже 45%. Давай с этой стороны зайдем. Какая-то у нас команда плохая. Наши напарники совсем как-то странно. Не атакуют врагов. Ну да. Как-то отлично. Очень плохо мы играем всей командой. Подходи ближе. Торпеды, торпеды, торпеды. Торпеды идут. Да, я вижу, Павел. Нас атаковали. Печальненько. Развернись. Печальненько. Атака. Разворачивайся, разворачивайся. Да, развернёшься тут, пожалуй. Сейчас нас подобьют. Подняли! Еще один выстрел и да все. Все уже, все, мы сейчас сами от ран качаемся. Хотя бы один сбить корабль. Торпеда, торпеда! Торпеда, развернись, Мистер Кис! Торпеда! Меня из арбалета стрелял, Павел! 93-95%. Да. Жалко, жалко, я прикрою. Все, короче, мы, я думаю, что мы проиграли, мы даже не успеем. Нет, еще успеем. Ты думаешь? Вперед, Мистер Кис, давай. Постарайся хотя
бы один раз выстрелить. Где? Где все народа? Наши корабли? Я просто не понимаю, что же такое. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Айка ТВ. Будьте в курсе новых серий игры Кодекс Пиратов. Да, да, этот бой... Я такого вообще не помню. Это просто ужас. Атака. Разгромный. Быстро атакуем. Быстро. Нас разгромили быстро. Тут подчистую. Надо подпить. Нет, нет, нет. Вот видишь, проигрыш. Не успел. Так, мы получаем MPV 5 кораблей и потопили. Мы даже больше потопили, чем противник. Да. Ого-го. Вот так вот. То есть мы практически играли с мистером Кисом одни. Один на один. Ну, конечно, не так, Павел. Они просто, может быть, не умеют играть. Не, ну так нельзя. Конечно, противники нам... Если Касса бы забила по первого, мы бы победили... Лучше с никаких. Лучше один на один. Да. Не знаю. Нам надо свою флотилию создавать. Так, следующий бой. Никто не хочет там подписываться. Бой номер два. Посмотрим. Может быть, в этот раз повезет. В этот раз. С компаньонами, с которыми будет атаковать вражеские корабли. Я не знаю, почему подписчики не вступают в наш флот. Неужели никто не играет в эту игру? Вперед! Странно очень. Или никто не умеет играть, скорее всего. Ну-ка напишите, ребята, в комментариях, умеете ли вы в эту игру играть? И как в нее играете, хорошо или плохо? Так, не торопись, не торопись. Корабль показался, атака. Молодец, получаете. Так, осторожно, торпеды. Защиту. Поздновато включил я. Развернись. Не, ну нормально. Так, разворачивайся, мистер Кис, разворачивайся. Нас стреляют. Атака! Уходим от торпед. Нас атакуют. Торпеды, осторожно. Арбалет. Так, первая есть жертва. Вторая. Пушки. Пушки на макушке. Арбалет. Пушки. Мистер Кис, про пушки забываешь. А, ты выстрелил, да? Извиняюсь. Арбалет. Арбалет, арбалет. Нас потопили. Жалко, Павел, жалко. Да. Враг захватил круг. Как всех топит. Другое дело. Кто в результате победит? Какой-то печальный, печальный раунд. Печальный бой. Вперед, вперед. Второй уже! Ну где? Где? Второй! Удар! Пушками! Защиту вовремя включил, молодец! Да, какие-то напарники все! Нас атаковали, торпеды на нас идут! Не очень хорошо играют! Разворачивайся, мистер Кис, разворачивайся, атакуй! Все, вперед! Так, осторожно, торпеда! Мимо них проплыви! Да, сейчас я срежу! Хорошо, ушел! Ой-ой-ой! Уходи, я торпед, арбалет! Молодец. Добивай его. А вот два сразу. Отлично, два корабля сразу же. Практически, можно сказать, дабл килл. Салаги. Атака, разворачивайся, атака. Уходим от торпед. Уходим от торпед. Торпеды там, торпеды, мистер Кис. Нас одна торпеда задела. Развернись, развернись. Со спины. А вторая торпеда. Да бог с этим кораблем. А вот. Опять чистик, да, он встречает, стреляет тоже с арбалета. Так, мы подбили. 100%. Так, мы проигрываем этот бой. Да, захватили круг. Да, проигрыш. Мы получаем MPV, 3 корабля сбили. И у нас 40 тысяч К. У противника меньше. 33 тысяч К, кто получил MPV. Но у него он подбил 4 корабля. Я вижу. И опять мы были самые лучшие. Нет, мне сегодня однозначно мистер Кис не нравятся эти бои. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Айка ТВ. Будьте в курсе новых серий игры Кодекс Пиратов. Мистер Кис, победу! Я понимаю, что игра нам генерит непонятно каких друзей, если так можно сказать. Друзья. Друзья-пираты. Что-то как-то это совсем активно свой попортил корабль.
Так получилось. Врезался. Не торопись, мистер Кис, не торопись. Я хочу. Я понимаю, что ты хочешь вперед в сражение. Так, скроемся. И выжидаем. Подойдем поближе. Бару. Я сейчас тебе дам. Так, развернись. Меня заморозили. Заморозили. Жалко. Так, идем, да, сюда идем. Кто-то хочет обойти. Сейчас мы его встретим. Это Бару, Бару, я его хотел атаковать. Вот он. Ну, ты что-то делаешь. Ну, как будто маленько в кораблишке. Я что-то как-то растерялся. Разворачивайся, атака. А вот, пожалуйста, я его убил, Бару-то. Ты как-то неправильно. Бару. Или Бару. Противник захватил круг. Мистер Кис, вперед, в круг. Хватит прятаться. Секунду. Наши напарники мне вообще ничего не соображают. Никого нет в круге. Заходи в круг. По-моему, еще один. Да, еще один корабль. Отходи. Торпеда, осторожно, торпеда, уходи. Да ладно. С арбалета стреляй, атака пушками. Вот именно, надо стрелять, а не прятаться. А, вот еще раз Бару идет. Привет, Бару. Развернись. Арбалетом. Добей его. Нас заморозили. Получи, Бару. Второй раз я его убил. Арбалет. Отлично. Да, и нас подбили. Но мы тоже убили. Фантомас нас подмил. Скорее всего, это наш пользователь из России. Да. Противник был. Вперед, мистер Кис. Вперед. Я не знаю, как можно сильнее. Зачем ты бросил якорь-то? Ты чего? Я случайно нажал. Включил ускорение и бросил якорь. Мы наши захватили круг, Павел. Все, плывем в круг. Наши захватывают. Молодцы. Догадались пойти в круг. Разворачивайся. Развернись. Все, атакуй. Пушками, молодец, заходим в круг. Арбалет. Добиваем. Отлично. И еще один есть. И еще один есть. Третий раз ворот. Трипл килл. Давай, добивай с арбалета, добивай. Так, жди. Сейчас добьем его. 3 секунды. Пушки. Обойди. Полоди-ка. Отлично. Развернись. Удар, срочно. Отлично. Добивай арбалетом. Очень хорошо. Это Фантомас, я ему отомстил. Добивай, отлично. Подбил. Уходим от торпед. Арбалет работает. Так, отлично, все, молодец. Ты посмотри, как ты стреляешь. Вот, более-менее тут нормальная команда. Нас подбили, жалко. 99%, 100%. Вау, победа! Так, MPV... 12 кораблей сбили, 61 тысячка, вау, это круто. Мы самые лучшие, как всегда, мы самые, ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал IKTV, будьте в курсе новых серий игры Кодекс Пиратов, не забудьте ставить лайк мистеру Кису, он очень хорошо играет.